В округе прошел открытый кубок Московской области по силовому экстриму «Мир Стронг Май». Состязания, которые организуют в Люберцах с 2020 года, собирают все больше участников. Тему продолжит Богдан Колесников. Турнир состоялся в Центральном парке. Это первый кубок Московской области по силовому экстриму, который провели при поддержке Министерства спорта. Начиная с прошлого года, мы являемся официальным видом спорта «Силовой экстрим». Аккредитована Федерация силового экстрима Московской области. Очень рад, что уровень спортсменов наших растет. Ребята достигают высших достижений в спорте, в соревнованиях, так и лично для себя. Поехали! Ну что, Тимофей, скажи, пожалуйста. Для Александра Ейбога это не первые силовые состязания. За одну минуту мастер спорта по пауэрлифтингу 8 раз поднял снаряд весом 110 килограммов. Не предел, немножко, во-первых, подзадохнулся, немножко потерял секунды. Неаккуратно положился, проводил снаряд. Впечатления прекрасные. Сделали первое упражнение. Ну, начали, вот сейчас немножко продышались. Все, уже железо потрогали. Сейчас пойдет повеселее. Илья Лисицкий участвует в таких состязаниях второй год. Коромысло весом 260 килограммов мастер спорта по становой тяге перенес на 20 метров за 28 секунд. Это новый личный рекорд, да, еще такого не было ни разу, так что я доволен. Я занимаюсь пауэрлифтингом и просто по совместительству езжу на соревнования по силовому экстриму. Мне очень нравится. Это больше экшена, много разнообразных упражнений, всегда есть что-то новое, в чем себя попробовать. Мир Стронг Май проходит в Люберцах четвертый раз. В этом году участвовали силачи из Москвы, Тулы, Белгорода, Смоленска, Мурманска. Люберцы являются эталоном железа, железного спорта. И эта идея была рождена именно, как ни странно, в период пандемии. И с того времени ежегодно на постоянной основе проходит данное мероприятие. Турнир разошелся по всей России и является уже, можно сказать, всероссийским. В турнире приняли участие 14 спортсменов. Каждый проявил свою силовую и техническую подготовку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.